Смотрите, все-таки вы правильно обозначили, что после теракта на Дубровке, после Норд-Оста, от Масхадова Запад отвернулся. Но можно ли в принципе сказать, что Чечню, которая вела тогда уже кровопролитную вторую войну с Россией, Запад кинул? И что Запад еще и России помогал? Да. Больше того, 6 миллиардов долларов Соединенные Штаты Америки выделили России для того, чтобы эту войну они вели. Запад вот в таком классическом понимании, очень многие меня упрекают, вот, Руслан, ты там борешься против России, воюешь против России, неужели ты думаешь, там, Европа, там, Америка, там, лучше России и так далее. Здесь тоже есть ответ ведь. Ведь если говорить за войну, за борьбу, ведь конкретно нас убивала российская власть, российские военные подразделения, Министерство обороны, ФСБ, Росгвардии. И поэтому, но, по крайней мере, солидарности, понимания в таком классическом понимании, что говорит Запад, что они защитники демократии, что они защитники свободы народа, волеизъявления, вот этого, конечно, мы не видели. Это важно, об этом надо знать. В 1997 году при подписании межгосударственных соглашений в качестве посредника, участника этого события выступала ОБСЕ, это международная организация. И они были, там был Гульдиман, представитель ОБСЕ в России, он в его лице. И поэтому мы здесь очень серьезно приняли. Мы больше не доверяли России, но мы доверяли Западу, Европе. Вы сейчас говорите, я объясню нашим зрителям о Хасавюртовских соглашениях, которые Масхадов, глава Генштаба, подписал с генералом Лебедем, который на тот момент времени, по-моему, был секретарем Совбеза. Всегда Совета Безопасности. И согласно этим Хасавюртовским соглашениям, которые, по-моему, вы составляли или были одним из участников их создания, что в этих соглашениях речь шла об одном – о прекращении огня, а в последующем, до 2001 года, там уже распределялись региональные земельные проблемы. Но прекращение огня в первую очередь. Так вот, Российская Федерация в последующем, через Госдуму и через Конституционный суд, это я вам, наши зрители, рассказываю, это все дело назвало нелегитимным, просто политическими соглашениями, которые не имеют юридического какого-то обязательства. Это условно, если я могу это сравнить, может быть, вы с этим согласитесь, для Украины Минские договоренности, которые тоже Совершенно нам. верно. Абсолютно верно. Вот смотри, Александр, дело в том, что в апреле 1995 года по поручению Джохара Дудаева я вел переговоры с российской стороной. Представителем российского правительства Чеченской Республики был Зорин Владимир Юрьевич. Мы с ним начали вот сначала первые, когда начинали вот эти, вот и самое важное вот в этом соглашении был отложенный статус. И начинали с того, что 20 лет там, то потом 15 там и так далее, и в конце концов пришли к сроку 5 лет, но посчитали, что это достаточно срок для того, чтобы мы разобрались между своих отношениях и что мы мирно разойдемся. Ведь всему этому пришли, вот эта договоренность, он не вдруг спонтанно пришли в Хасавюрте и там сели и составили. Нет, в Хасавюрте лежала болванка всех этих, ну, скажем, больше года консультаций, проведенных встреч по составлению этого договора. Так вот, в 96-м году, в июле месяце, я по поручению чеченских властей выехал в Москву для того, чтобы поставить вопрос, ну, достаточно ультимативном порядке, чтобы Россия вывела свои войска с территории Чеченской Республики. Я встречался с командующим сухопутными войсками Семеновым. Владимир Хасанович, по-моему, этот карачаевец, он тогда был командующий сухопутными войсками. Со мной был бывший вице-премьер правительства Завгаева Хасан Мусалатов. Это известный чеченец, врач, академик и так далее. Там, конечно, там Семенов возмущался, о чем вы говорите, там, что вы говорите, мы Россия, то-то, то-то там и так далее. И тогда я выполнял поручение, конечно, я, может быть, эмоционально это говорил, как Руслан Кутаев, но я ему, в конце концов, он вынудил сказать, а что вы сделаете? Если вы добровольно не выйдете,
мы вас выкинем оттуда, и вы даже пустую гильзу от автомата оттуда не вынесете. Сегодня мы вам предлагаем со своим оружием, со своей техникой, бронетехникой выходите. Ну, он сказал, он решение не принимает, он хорохорился, как бенгальский петух, там прыгал, не получилось. Потом у меня была там же через несколько дней встреча с министром обороны Родионовым. Мы с ним встречались в ресторане, он был в гражданской форме, со своими помощниками. Это был очень мудрый, взвешенный человек. Он послушал меня очень внимательно. Мы поговорили, он сказал, что предложение чеченской стороны очень серьезное, и это предложение стоит рассмотреть. Но, он сказал, я такого решения не принимаю. У нас есть секретарь Совета Безопасности, Лебедев только назначили. Именно Лебедев может и имеет полномочия довести вашу позицию до Бориса Ельцина. И он мне обещал, я ваше предложение доведу обязательно до Александра Лебедева. Мы попрошались, и прошло через некоторое время, и со мной связался Харламов, это помощник Лебедева. И мы с Харламовым поехали на Барвиху. А Ельцин после операции, если вы помните, после шунтирования, Ельцин находился там, а Лебедь буквально рядом снимал, или в доме какой-то особняк был, собственно говоря, где мы с ним и встретились. Я туда приехал, я впервые видел Лебедя, как он меня. И когда был представлен, когда мы поговорили, он так достает и ложит на стол. Это соглашение вы готовили с Зориным. Да, я говорю, посмотрел, да, это мое соглашение. Он говорит, я сейчас изменения какие-то вношу, чтобы получить большие права от Совета Безопасности. И поэтому я, и он говорит, я к Ельцину попадаю, я с ним говорю, я нахожусь здесь на Барвихе, чтобы быть рядом с Ельциным. Забегаю туда, выхожу, согласовываю, он подписывает и так далее. И мы договорились, что он мне ответит, что они будут делать. Это было в конце июля. Со мной связал, вообще связь со мной поддерживал Мавлади Удугу, министр информации и печати Чеченской Республики. Ну вот после встречи я доложил Масхадову, как это произошло, и на второй день после встречи с Лебедем он мне позвонил и сказал, немедленно выезжай из Москвы. Я знал, что готовится операция, захват Грозного, и я выехал и на Минводы, и приехал домой. И уже 1 числа августа я был в Грозном, ну и мы провели операцию. И потом, когда уже Лебедь по истечении, когда город Грозный мы захватили, и то, что я привез в Москву, какие условия были, мы подтвердили, что мы можем это сделать. И тогда Лебедь обратился к нашей стороне, он сказал, я буду встречаться с тремя людьми, с Зелимханом Яндарбиевым, с Асланом Масхадовым и с Русланом Кутаевым. Очень многие наши по праву известные командиры были возмущены. Кутаев, Руслан, какое он имеет отношение? Они не понимали о тех переговорах, которые мы проводили, и каким образом все это готовилось. Но это уже история. История, которую мы помним, которую мы обязательно детально разложим, запишем. Но и вот в этой... Но, тем не менее, вот если очень кратко, Запад и здесь кинул. И ОБСЕ, и все остальные были частью, и как вот в Украине, да, минские договоренности, и тоже кинули. А, Руслан Мухамедьевич, я хотел вас спросить, так уже несколько осталось вопросов, и не так уже много времени. 8 марта, по-моему, 2005 года Аслана Масхадова убили. Вы понимаете... Почему? А это была операция ФСБ. Вот это уже 100% была операция ФСБ, они даже об этом официально заявили. Вы понимаете, почему Масхадова убили? Почему он был так неугоден Кремлю? Ну, Россия, как всегда, свои мерзости делает на какие-то праздники. Нас выселяли 23-го. Вот завтра, 8 числа, эта дата, скорбная дата для карачаевцев и балкарцев, их выселяли, и убийство Масхадова тоже было приурочено. Вот они любят, вот как сатанисты какие-то цифры у них в головах. Масхадов, конечно, без сомнения, был величайший человек порядочности. Это был глава нашего государства, и он никогда, ни при каких условиях, не пошел бы на уступки. Он никогда, ни за какие преференции, ни за какие земные блага не изменил бы
государственности и независимости чеченского государства. И поэтому им важно было само физическое его нахождение в живых, это мешало даже вот тем оккупационным властям, потому что всегда чеченцы оглядывались на Масхадову, что он скажет, что он будет говорить. И это было очень важно. В Кремле это понимали, и поэтому они очень много приложили усилий для того, чтобы его физически ликвидировать. Еще раз говорю, Масхадов с ними никогда не пошел бы на сговор. Это очень важно. Я не оговорился. На договоренности он пошел бы на условиях чеченского государства. Но на сговор, что устраивает Кремлю, Путину, его власти, его спецслужбам, Масхадов не пошел бы. Руслан Махагеевич, я помню заявление на тот момент, сейчас он, конечно же, первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко, но тогда он был министром, по-моему, топлива и энергетики России. И вот у него одна журналистка спросила: Сергей Владимирович, а что в принципе происходит, зачем-то вам Чечня? И он тогда ответил: труба, нефть. Я правильно понимаю, что эти чеченские войны, во всяком случае последние, в том числе проходила из-за ресурсов? И что война России против Украины, она тоже, может быть, это не главенствующая составляющая, но это тоже связано с ресурсами. Вот смотри, я думаю, это будет интересно. Где-то 2000, вот я могу здесь в цифрах ошибиться, или в 2004, или 2005 году, а может быть и в 2006 году, один мой знакомый, Панкратов, он один-два раза ко мне обращается и говорит: Павел Грачев хочет с тобой встретиться. То есть министр обороны. Министр, бывший министр обороны. Я говорю, мне не нужен, мне он не интересен. Но в конце концов он говорит, ну встретиться, он очень настаивает на этом. И мы поехали. Под Тулой мы на даче, на одной даче мы встретились. Мы целый день провели, много часов с Павлом Грачевым. Если вот так скомпоновать это и вот несколькими, скажем, предложениями сказать по поводу Первой войны, Павел Грачев мне сказал следующее. Когда мы с Жахаром Дудаевым в Владикавказе договорились, там выпили шампанское, что он встретится с Ельциным, и все это будет решено, я прилетел там прям воодушевленный, и тогда он говорит, меня встретили Сергей Шахрай, который занимался вопросами Кавказа, Филатов, который был глава администрации, и госсекретарем был Бурбулис. И они сказали, я буквально цитирую его, мы никогда не допустим, чтобы президент Чеченской Республики Жохар Дудаев и президент России Борис Ельцин встретились. Мы должны провести приватизацию нефтегазового комплекса. Чеченцы по всей России контролируют это. Мы подожжем их дом, пусть они побегут тушить пожар в своем доме. И действительно, после того, как об этом Павел Грачев мне говорил, я провел свое расследование, в 1995-1996 году под шумок чеченской войны российскому государству все нефтегазовые предприятия, которые принадлежали российскому государству, были приватизированы. И никто даже этого не заметил. Поэтому, когда у меня спрашивают, я говорю, первая война, понятно, не хотели независимости, не хотели. При всем этом нужно было приватизировать, и вот эти Абрамовичи и другие стали владельцами совершенно ни за что. Они просто буквально бесплатно получили то, что принадлежало государству, народу. Вот для этого нужна была Первая Чеченская война, а Вторая Чеченская война. Так или иначе, эта война должна была состояться, но они его приурочили для того, чтобы из неизвестного подполковника сделать президента. И в первом, и втором случае они добились своей цели. В первом случае они присвоили весь нефтегазовый комплекс в частное владение. И во втором случае этого подполковника, из него они сделали президента. Вот это и есть история двух чеченских войн. Руслан Махагеевич, как чеченцы на самом деле, даже те, которые находятся внутри сейчас, да, живут, относятся к Украине, к украинцам, к их войне, к вооруженным силам Украины? И когда победит Украина, что будет с Чечней?
Я думаю, когда победит Украина, без сомнения, чеченское руководство в изгнании, правительство в изгнании вернется обязательно домой, и они займут соответствующие позиции управления и укрепления чеченского государства. Этому содействует победа, капитуляция России, которая произойдет без сомнения. Что думают чеченцы? Чеченцы всегда исторически, я сейчас объясню, почему я говорю исторически, в годы Голодомора в 1933 году украинцы пошли по всему миру. Нечего было кушать с детьми, со своими. Чеченцы — единственный народ на Кавказе, который принял в свои дома украинских детей. Вы знаете, что у нас тысячи украинских детей в наших семьях, они были приняты. Они выросли в наших семьях. Уверяю тебя, я не из-за того, что я чеченец. Клянусь тебе, у самих родителей я много интересовался. Я этих украинцев знал, они выросли, они были чеченцы. Они и замуж выходили, они исповедовали ислам, они и женились. И вот наши родители, вот в моей семье, в моем роду украинских детей не приняли в семью. Моя мать рассказывала, вот ребенка, которого приняли, и сами чеченцы жили плохо. Это были очень смутные времена, тяжкие времена. И вот мать говорила, вот этого украинского ребенка отец и мать кормили лучше, чем своих детей. Вот таким отношением они выросли. Эти украинцы знали, что они украинцы. Им говорили, вы украинцы, если вы хотите, уже когда они вот повзрослели, стали большими, если вы хотите, вы можете поехать на свою родину. Если вы не хотите, вы можете не исповедовать эту религию. Ни одного случая не было, чтобы украинский ребенок, который мы приняли в свою семью, которого мы взрастили в чеченском обществе, уехали. И поэтому в жилах чеченцев, огромного количества чеченцев, течет украинская кровь. Это историческая аналогия. И в Первую чеченскую войну на стороне чеченцев воевали украинцы. Воевали украинцы, они не скрывали свои лица открытым забралом, они говорили, мы рядом с вами, чеченцы, против этого изверга, против этой империи будем воевать. И поэтому у украинцев всегда были такие же настроения, это народ большой энергии, свободолюбивый народ. Мы всегда с большим симпатием друг к другу относимся, и поэтому здесь непростые отношения. Они очень глубинные и очень доверительные. И поэтому мы, чеченцы, те, которые сегодня находятся дома, кавказские народы в подавляющем своем большинстве переживают за Украину, болеют за Украину. И они хотят, чтобы Украина победила в этой войне. Спасибо большое, что были с нами. Друзья, оставайтесь на всех наших YouTube-каналах. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Подписывайтесь на YouTube-канал Олеся Бацман. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. И кликайте на звоночек для получения новых и новых уведомлений о наших видео. И будет больше, больше и больше. Спасибо большое, Руслан Махамдиевич. Всех благ, всего хорошего вашему каналу. Вам всем до свидания. До свидания. До новых встреч. Пока. До новых встреч.